Ходите к нам, пожалуйста, за подарочком. А еще лучше, знаете что? Я вот передам вам. А следующий подарочек получает одновременно и учительница, и Путифрия Девидаси! Подарочек получит наш начинающий учитель, которого зовут Игорь Сильченко. Но, к сожалению, его сейчас нету. Подарочек получит его сын Прохлада Ласкудева. Остались два подарочка. И один из них подарочек получает всеми известный брахман, который проводит множество жертвоприношений. Вишванаш на праву! Всеми известный преданный, который проводит в последнее время очень интересные занятия по бхакти-шастрам, Рама-рупа прабху! Завтра, может быть, поприветствовать наших именинников, которые родились в декабре. Это Никунджа Нагари Деви Даси, Нанди Мукхи Деви Даси, всем известный Прадюмна Прабху. Еще один великий мридангист Гаурарай Прабху! Всеми любимая работница магазина Шевченко Татьяна! Возлюбленная нашего Господа Кришны, которая печет очень вкусные торты и пироги, Говинда Прия! Начинающая Мата Джипуджари Туаси Према! Я вот не знаю, кто конкретно, я просто перечислю фамилии. Кузнецов Денис Анатольевич! Охотник Лариса Михайловна! Рупит Евгения! Мой знакомый, который, к сожалению, ушел сейчас из нашего Брахмачари и работает в кафе Дамадара, он делает обеды для офисов. Гундров Дима! Жена. Одного преданного, которого, наверное, все знают, которого зовут Ананта Кирти Прабху, Лила Манджари. Еще один преданный, Сабран Сергей Валентинович. Наш звукооператор Безничка Сергей Викторович. Матаджи, которую зовут Кирсанова Юлия Александровна. Знаменитый Кощей и Равана, а также еще пекарь в храме Фурманов Костя. А
Айтукова Наталья Вадимовна. И один человек, который на протяжении вот уже, я не знаю, скольких лет, но я уже почти 3 года здесь, и я каждую неделю вижу, как он постоянно приносит храм масло олейное, чтобы продукты готовились на хорошем масле. Грищенко Анатолий Викторович! А еще здесь в списке не указаны несколько человек. Одного из них зовут Дмитрий Соловьев, наш сегодняшний музыкант! Hare 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 Hare
Это кто? Жуль. Это Жуль. Жульчик, да. Ну, может.